Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 7. У дома высотой 22 метра посадили эвкалипт. Длина саженца равна 2 метрам. Через сколько лет этот эвкалипт будет выше дома на 40 метров, если за год он вырастает на 5 метров? Первым действием мы найдем, до какой высоты должен вырасти эвкалипт, чтобы он стал больше, чем здание на 40 метров. К 22 мы прибавим 40, получим 62 метра. Так как саженец уже высотой 2 метра, значит эвкалипт должен вырасти на 62 минус 2, на 60 метров. Найдем, через сколько лет эвкалипт вырастет на 60 метров. Для этого мы 60 разделим на 5, так как в год он вырастает на 5 метров. Получится 12 лет. Значит, через 12 лет эвкалипт вырастет выше дома на 40 метров. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.